А разве сподвижники, да будет доволен ими Аллах, встречая пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вставали перед ним? Ответ нет. Чего же хотят от нас ученые? Чего хочет от тебя ученый? Он хочет, чтобы ты обучался, и совершал деяния, и призывал, и терпел, защищал честь ученого, делал дуа за него в его отсутствии. И это то, что он хочет от тебя. Но не обтираться об него так быть не может.